Эфир продолжает «Время региона». С вами Валентина Приходько. Минобороны России сегодня сообщила об успешном поражении цели на Камчатке баллистической ракеты «Ярс», которую накануне запустили с космодрома Плесецк. Напомним, это уже второй запуск «Ярса». Первый состоялся 13 сентября. Запускают ракеты для подтверждения надежности новой партии «Ярса», сообщили в Минобороны. Учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на полигоне «Кура» на острове Камчатка. Порядок передислокации. В удаленный район отработали ракетные войска стратегического назначения. Следующий пуск с космодрома Плесецк назначен на завтра, 22 сентября. Будет запущена ракета-носитель «Союз-2».